У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколад. Для кого? Для сына моего. А много ли прислать? Да буду фоток 5 или 6. Больше ему не съесть. Он у меня еще маленький. А потом позвонил крокодил. Я со слезами просил. Мой милый, хороший, пришли мне калоши. И мне, и жене, и Татоши. Постой, не тебе ли на прошлой неделе я выслал 2 пары отличных калош? Ах, те, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели. И ждем не дождемся, когда ты снова пришлешь к нашему ужину дюжину новых их сладких калош. А потом позвонили зайчатки. Нельзя ли прислать перчатки? А потом позвонили мартышки. Что они там было? Пришлите, пожалуйста, книжки. А потом позвонил медведь, так как начал, реветь. Погодите, медведь, не ревите. Объясните, чего вы хотите? Ну, а только му-да-му. А к чему, почему? Не пойму. Повесьте, пожалуйста, трубку. А потом позвонили цапле. Пришлите, пожалуйста, капли. Мы лягушками нынче объелись, и у нас животы разболелись. А потом позвонила свинья. Нельзя ли прислать соловья? Мы сегодня вдвоем с соловьем чудесную песню споем. Нет, 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 соловьи не поют для свиньи. Позови-ка ты лучше ворону. И снова медведь. О, спасите моржа. Вчера он проглотил морского ежа. И такая трепещет целый день. Динь-динь-динь, динь-динь, динь-динь. То тюлень позвонит. Приди сюда. Олень. А недавно 2 газели позвонили и запели. Неужели в самом деле все сгорели карусели? Ах, умели вы газели, не сгорели карусели, и качели уцелели, вы в газели не галдели, а на будущей неделе прискакали бы и сели на качели карусели. Неужели слушали газели и по-прежнему галдели? Неужели в самом деле все сгорели карусели? Что за глупые газели? А вчера поутру кенгуру.